34 глава книги пророка Исаии. «Приступите, народы, слушайте и внимайте, племена, да слышит земля и все, что наполняет ее, вселенная, и все, рождающееся в ней. Ибо гнев Господа на все народы, и ярость Его на все воинства их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание, и убитые их будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от крови их. И истлеет все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы, и как увядший лист со смоковницы. Ибо упился меч мой на небесах, вот для суда не сходит он на Едом и на народ, преданный мною заклятию. Меч Господа наполнится кровью, утучнеет от тука, от крови агнцев и козлов, от тука с почек овнов. Ибо жертва у Господа в Васоре, и большое заклание в земле Едома. И буйволы падут с ними, и тельцы вместе с волами, и упьется земля их кровью, и прах их утучнеет от тука. Ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион, и превратятся реки его в смолу, и прах его в серу, и будет земля его горящую смолою. Не будет гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым ее, будет от рода в род оставаться опустелою, во веки веков никто не пройдет по ней, и завладеют ею пеликан и еж, и филин и ворон поселятся в ней, и протянут по ней верфь разорения и отвес уничтожения. Никого не останется там из знатных ее, кого можно было бы призвать на царство, и все князья ее будут ничто. И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивою и репейником твердыни ее, и будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов, и звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с другим. Там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой. Там угнездится летучий змей, будет класть яйца и выводить детей и собирать их под тень свою. Там и коршуны будут собираться один к другому. Отыщите в книге Господней и прочитайте. Ни одно из сих не преминет прийти, и одно другим не заменится, ибо сами уста его повелели, и сам дух его соберет их. И сам он бросил им жребий, и его рука разделила им ее мерою. Вовеки будут они владеть ею, из рода в род будут жить на ней».